В освобожденный Кельбаджар назначен комендант, установлены полицейские посты. Об этом сообщили в Гинджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел. 25 ноября в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе в соответствии с указом Верховного главнокомандующего был объявлен комендантский режим. Приказом министра внутренних дел комендантом района назначен начальник районного отдела полиции полковник-лейтенант полиции Хагверди Акберов. Сотрудники РОП и военнослужащие внутренних войск, установив посты на въездах и выездах из района, в том числе в самом районе, осуществляют контроль за выполнением требований режима, говорится в сообщении.